listening to Swagger Beat Productions. The hottest production from Russia. Leather pants. Кожаные штаны? Yeah. Да. Something like that, right? Сколько они стоят? 650. 650 долларов? Да. Штаны? Yeah. Да. You wear them. И ты их носишь? Yes. Да. They don't have like a TV in them or something? Ты что, телезвезда, что ли, какая? Нет. Так и знал, что пацаны это дело доверят мне. Я из нашей страны в Америку отправил штаны для Кендрика. Если определили мы верно размер его, то на фестивале в Сан-Бернардино он в них будет наверняка. То, что он носит кожаное, для нас неприемлемо. В клипе гребаные проблемы, это главная из проблем была. Не считая эту чейнс, но эта тема отдельно. А из Poetic Justice я понял, что это тенденция. Кендрик, объясни, какие у этих штанов преимущества. Выглядеть в них ты не лучше стал, разве что только не мнущийся. Мода 80-х, запущен стиль, я на пол года старше тебе, стоит прислушаться. Далеко не все, что простительный Kanye Westу вообще уместно. Правым смыслом не брезгуй. Ассоциативный ряд возникает нелестный. Стереотипы устойчивы, выбирая гардероб, будь разборчивей. Уважаемый Кендрик Ламар, тебе пишет амбар по поводу вида твоих шаровар. Ладно, Соединенные Штаты тебе не жаль, но о России подумай, что если здесь начнут подражать. Кендрик, я обращаюсь от имени целой страны. Смени штаны, смени штаны, смени штаны. На любые, только не кожаные. Твой успех заслужен, но мы этого не заслуживаем. Что же ты, Кендрик? Я обращаюсь от имени целой страны. Смени штаны, смени штаны, смени штаны. Straight out of Compton. Комптон теперь не ногой, угрожают бандиты за Кендрика. Мой совет прозвучал для них как обидная реплика. Там и прежде встречали не особо приветливо, но сейчас народ Крэнс не спасет и бронежилет меня. Вспомнил свой подростковый плейлист по West Coast, специалист знал о его превосходстве над East. Но напрасно ждал в нулевых звезд, которые ему славу былую вернули бы. Не считая Гейма, но его слова безыдейны. Будем откровенны, далеко не Эйнштейн он. Заработать легче на штампах, однако утомляет бравада. Только новатор поставил Запад обратно на карту. Мне приснилось, что в круге сансары часть себя Тупак Амару отдал Амару. В этом смысле, какие на нем штаны, не так уж и важно. Хорошо, что сам Бернардино был в хлопчатобумажных. Кендрик, я обращаюсь от имени целой страны. Спасибо, что сменил штаны.